посидим по сезону. Мне кажется, я сейчас самая нервная здесь, самая взволнованная, потому что кто-то начнет вылетать. И я боюсь, что будут слезы. А я не могу, когда дети плачут, мне плохо становится, я тоже хочу плакать. Если предыдущие сезоны вы хоть как-то понимали, могли представить себе, кто бы мог пройти, кто бы не мог пройти, то на этом сезоне абсолютно не представляем. Потому что участники, которые участвовали в предыдущих сезонах, очень выросли. И как артисты, и как вокалисты. Все поют на одном таком высоком уровне. Все поют разношерстные какие-то жанры. И как среди них выбирать, я не знаю. Седьмой сезон, второй суперсезон. Я считаю, что проект должен жить как минимум на данный момент до 10 сезона, чтобы второй юбилей отпраздновали. Алексей, суперсезон, да. Второй. О, да. И вы все с нами. Есть ли уже фавориты? Чего ожидаете от сезона? Фавориты? Ну, мы еще даже первый съемочный день не дошли. Ну, вот, например, Тася Комарова сегодня очень порадовала. Она прям молодец. Вышла на сцену как артистка уже. Прям все. Даже не пытаясь ничего никому доказывать. Это интересно смотреть вот именно контрасте. Да? Вот это очень бросает в глаза на контрасте, когда... Кто-то тебя очень вовлекает, вот, и делает все правильно, очень хорошо. А, и тут хоть Тася уже такая, типа, как себе домой, добрый вечер, такая, здрасте, я здесь не для того, чтобы вас развлекать. А там в песне такой текст у нее есть, на английском языке только. Ну, вот, это было интересно посмотреть, конечно. Каково быть старейшиной среди четырех членов жюри? Ты имеешь в виду легенды этого шоу? Конечно, да. Несменной частью. Неизменный. Да, люди меняются, понимаешь, меняются поколения, меняются члены жюри, артисты, да что там, может быть и ведущий, но я здесь, нет, это просто для меня честь и удовольствие, вот и все, правда, я очень счастлив быть здесь каждый раз. Друзья, у нас первый звездный гость во втором суперсезоне. Это Дима Колдун. Просто краш моего детства и по сей день. Здравствуйте. Здравствуйте. Дима, вы у нас впервые на проекте. Да, замечательный проект. Я первый раз вот сегодня даже посмотрел на сцену изнутри. Очень нужная, мне кажется, программа. Очень приятная атмосфера, очень живые эмоции. В общем, словом, я доволен. Мы тоже крайне рады вашему приезду. Появлению на сцене и дуэту. Скажите, пожалуйста, что-нибудь о нашем участнике, как вам его исполнение? Ой, что вам сказать? Скажу, что когда ты ребенок, когда ты еще совсем несмышленый, может быть, начинаешь только свой путь, кажется, что все дороги ведут в никуда, и ты бросаешь вызов этому миру. И лучше этот вызов бросать на таких шоу, как «Ты супер». Спасибо, Дмитрий. Вы тоже супер. Спасибо. Оставайтесь с нами. Обнимемся. Конечно. Обожаю. И недавно плакала под эту песню. Я пойду поплачу. Давай.
Дорогие ребята, дорогие друзья, идите к нам сюда, на эту сцену, уважаемые члены жюри. Тоже присоединяйтесь, будем обниматься, желать друг другу удачи. Аплодисменты всем, 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 всем участникам. Они сейчас все 50 плакать будут, ребята. Мы это никогда не запишем. Обалдеть! Все, блин, маленькая Артамонова, Машор. Не первый же раз мы попадаем в такую ситуацию. Что... Блин, все ревут, я не могу. Финал сегодняшнего отборочного дня. Честно, я пока не понимаю, как в эту кучу залетать. Потому что все плачут. Говори, Тася. Говори, что говорить? Говорит, что думаю. Да. А мне потрепали нервы знатно. Она обещала пройти. Да, я клялась. Стоя на коленях. Держала. Все, отныне будем верить. Да? Да. Я молодец была? Да. Красавчики. Ваня, сколько можно приходить и проходить дальше? Я думаю, бесконечно. Бесконечно? Ты до скольки лет собираешься сюда приходить? Ну, наверное, до 18. 18 лет – это ограничение уже. Ваня, было ли это ожидаемо для тебя? Нет, вы знаете, на самом деле нет. Ну, может быть, это скромно выглядит, но я никогда не говорю, что там пройду куда-то. Всегда есть ощущение, что нужно над чем-то работать. Ну, я тебе скажу, что ты вышел как настоящий артист и двигался очень уверенно. Ну, так и надо, потому что уже третий раз, и нужно показать заметный рост, нужно быть уверенным в себе, нужно расслабиться, когда ты выходишь, не нужно напрягаться. И новым участникам, да, доказать, что тут нет ничего страшного, смотрите, я хожу здесь как дома. Да. Ну, как-то так. Чем будем дальше удивлять, Ваня? Какой репертуар? Ну, мы наверстки кидали. Ну, я думаю, солисты. Будет чем удивить, я надеюсь. Будет интересно. Это телепроект супер. Оставайтесь с нами. Все, дорогие друзья, это был первый съемочный день, первый отборочный день. Ждем наших полуфиналистов уже. Когда мы ждем их? В полуфинале будем работать дальше, а вы оставайтесь с нами, смотрите наши бэкстейджи, смотрите эфиры проекта «Ты супер», а как много. Я бы не могу представить, что через неделю мы придем в класс на распевку, их будет в половину меньше. Они у нас сейчас в классе не помещаются. Я пока не понимаю, как это будет в половину меньше. Будем грустить эту неделю и плакать. Люся, я не знаю, что тут, с кем тут. Просто дома в шоке сейчас просто. Я потом скажу о своих эмоциях. Так собрались все. Звучит довольно-таки неплохо. 1, 2, 3, 4, 5. Вышел зайчик погулять. Естественно, с ритмом я дружу. Да.